Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вот сегодня будет, как и всегда, честный, реальный отзыв. Это наши клиенты, которые купили у нас коттедж 8,6 квадратных метров в коттеджном поселке Звездный. Наши все обзоры последние там. Вот они приехали сегодня первый раз. Ну, окончательно рассчитались, у нас были такие договоренности. Дом у них полностью уже готов, вот осталось только выбрать отделку. Мы вот сейчас это доработаем. И вот хотелось бы вот спросить, ну и давайте познакомимся, как вас зовут еще раз? Ирина. Ирина, вас? Галина. Галина. Олег. Олег, очень приятно. Ирина, Галина, Олег, почему именно Анапа? Вот люди, я сам когда переезжал, смотрим мы что обычно, это Краснодар, Новороссийск, Сочи, Геленджик, Туапсе, вот, и Анапа. Вот почему вы на Анапе остановились? Ну, во-первых, Анапа ровная местность, потому что на Камчатке горы, устали ходить по горам. Вы с Камчатки, да? Да. Во-вторых, море, морской воздух, морской климат нам близок. Поэтому ну да, Анапа, влажности такой да. Нету. Вот, ветра маленько, но в тех местах, которые я перечислил, еще хуже. Олег, ну, во-первых, у нас друзья живут много лет. Мы через год каждый раз приезжаем к ним, встречаемся. И вообще нам нравится здесь. Устали долго летать. Ну, да. Долгие перелеты, во-первых, уже возраст, что летишь и думаешь, долго так устаешь уже все. Да возраст еще молодые, тут у нас и по 70 лет. Поэтому приезжают. Уже собираемся переезжать. И, во-первых, заработали пенсию. У меня пенсия достойная, у жены достойная пенсия. Ну вы, наверное, военный, красивый. Нет, я сотрудник полиции. Все, вот надо всем встать. Отставки. Отслужил 23 года. И хочется жить в тепле. Ну да. Да, есть натуральные фрукты. Купаться в море. Не китайские. У нас, конечно, море тоже есть, но 5 градусов вода. А я вот даже, честно, если рад, когда люди ну, уже отработали там где-то, именно жить, потом едут на море. Да вообще хоть сразу, потому что заслужили, как говорится, уже. Ну, отдохнуть здесь реально, попутешествовать. Да. Там и место такое. И у вас, во-первых, здесь возможности. Например, мы можем сесть на поезд и уехать в любое. Да. У нас никуда не едешь. У нас, да, самолет, если билеты стоят 60 тысяч на одного человека. То вот, особо на пенсию не налетаешь. На пенсию не наездишь. А здесь сел, так же, как и я, сотрудник полиции, я в Краснодаре оформлюсь и возьму любой санаторий. Каждые 8 месяцев мне в любой санаторий можно. Вот надо было куда-то. От Санкт-Петербурга до Москвы и до Кавказа. Все это будет. Ну да, тут и каждый сезон какие-то новые маршруты запускают. Сейчас, насколько я знаю, Анапа, Сочи, Ласточку запустили. Да. Раньше да. С пересадками через Краснодар, я вот к родственникам тоже туда ездил. Да, раньше тоже. Это прям ездили. Очень приятно. Да еще, в принципе, устали кушать красную икру и рыбу. Хочется сазана поймать. Персики. Да, персики, да, персик, да, арбузы, дыни. А у нас все только малина, клубника и то. А знаете, как не хватает вот этой малины, клубники, которая у нас здесь какая-то другая? Она. Ну, да, может быть. 50% привезем вкуса оттуда. Куда-то уходит. Привезем оттуда. Да, вы уже рыбы угостили нас. Вот. Ну, а так тоже, если не секрет, выбирали же, мониторили многих застройщиков здесь, на Анапе, Анапском районе. Почему именно вот стройгарант Анапа? Ну, читали много отзывов, конечно. И больше как-то душа легла. Так мы именно. Проплатили эти отзывы. Ну, не знаю. Шучу. Читали, смотрели, ну и как бы общались с людьми. Так понравилось нам. Всей семьей долго все это смотрели, выбирали. Ну, вот я, очень понравились проекты. Вы и блогеров смотрели, да. И все это, и напрямую пришли, молодцы. Очень понравились проекты, вот проект, который мы выбрали, очень. Ни у одного застройщика не было таких вот проектов. А по ценам вот многие, ну мне самому так интересно, тоже говорят, вот там дорого. Я вот думаю, если у нас дорого, или они сравнивают, может быть, там у себя. Для юга это дорого, вот вы дом взяли? Нет. Нет, вы же не миллионеры, нет, мы считаем, что это недорого,
потому что мы как бы рассматривали много других коттеджных поселков и застройщиков других, и цены намного больше. У вас сколько вышла стоимость полностью дома? 4,5. 4,5 с землей, с отделкой, да, все. Да, да, и да. Еще не хотелось брать в деревнях, ну, в станицах, да, где куры, быки ходят, вот это. Хотелось как-то где соседи злые, которые завидуют. Да, да, да. А тут все приезжие, все на знакомство, во-первых, на гостеприимство. Смотрели коллектив молодой, работает Александр, Константин, все, созвонились. Да, посмотрели, да, очень приятно было общаться, да, с Константином, то есть он на все там уступки, на все наши хотелки, он все сразу. Да, все отдать. Да, 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 да. Нам есть дом такой. Переделали по наш, да, заказ. Да, дом под наш заказ. А еще маленько, да? Да, да, он у нас ушли. Не входил по фасаду, нам переделали, перепланировку все там сделали. Ну вот вы дом сегодня первый раз увидели, вот такую фразу сказали, даже не ожидали. Вот, а что вы хотели увидеть? Недострой какой-то? Нет, ну во-первых, мы не ожидали, что поселок так за такое короткое время, прям уже настоящий поселок, коттеджный, да, вырос. С октября, да, получается. Причем домики все такие красивые, все так аккуратно. В едином стиле. Нету вот этого строительного мусора, потому что сколько вот мы смотрели, везде прям что-то камни, какой-то строительный мусор, даже какие-то отходы, ничего не вывозят, не убирают. Тут все чистенько, аккуратно. И по самому дому. То есть мы думали, если нам дом уменьшили по фасаду, то думали, вообще маленькие комнатенки там будут. Мы не ожидали, когда зашли, что такие большие комнаты, такие пространства. Ну да, вот это прям мне тоже приятно, когда люди приезжают и рады. У кого-то там, например, супер-супер завышенные, когда это одна ситуация, когда вот так вот в добром, да, ожидали. И мы всю жизнь, конечно, прожили в квартире, и когда свой дом, все-таки. Ну да, вы будете рады прям потом жить здесь, это, да, здесь это, да, я даже не сомневаюсь. А цены, в принципе, у вас меньше, чем у других застройщиков. Мы смотрели в поселке Анапской. Там цена, и не знаю, кто построил, да, во-первых. И потом, когда разговаривали с менеджерами также, они, конечно, лукавят. Потом мы уже так вот от местных жителей, ну и читали отзывы, там и грунтовые воды близко, а они говорят, что все хорошо, а оказывается лишь потом. Бы, да. Грешат тогда менеджеры. Да. Здесь как-то все серьезно. Самолеты не летают над головой, ничего не сбрасывают. Все хорошо. Тишина, спокойствие. Я думаю, поселок разрастется. Как очень нам обещали, магазин будет, СТО, да, будет, живи не хочу, рядом курган у нас, поехал туда, там, да, же та же магазины. Пляж песчаный. Песчаный пляж, недалеко, да, мы посмотрели, вообще недалеко. В ту сторону еще это Благовещенко, да, Благовещен. Купаться ездить, еще не могу доехать, самому интересно. Так как мы вот так что место нам очень понравилось, поселок очень Галя понравился, приехали, и дом она замечательный. Сказала, что в этот раз в Анапе на стороне пляжа очень грязно было, да, и воняет, вот они ходят. Так что мы, ну, рады. Да. А воняет, теща тоже приехала, они наоборот туда пришли, где это сероводородные какие-то приходят, и они там наоборот так купались, а мы правда думаем, что это экстрим какой-то, туда не ездим. Ну, некоторые говорят, что вот люди приезжают в санаторий, специально обматываются водорослями. Да, да, и, да. А здесь вот готовые, и сидят вот там. Я вот думаю, может, подписчики посоветуют. Правда, теща приехала и говорит, не уеду, пока деньги не кончатся. А жилье, еда бесплатно у нас живет. Вот что с ней делать? Замотать туры отправляют везде. Ну, вот так вот. Ну, какое-то, может быть, пожелание вот будущим клиентам? Мы чего желаем не надо бояться, там работать только с этой компанией. Во-первых, компания очень серьезная. Все грамотно, все сделано. Да, полное юридическое сопровождение. Что сказали, сегодня пришлют, хорошо. Не как кубаноиды говорят. Сегодня приеду, приехал через 2 дня. В лучшем случае. Да, а тут все как... Все, как договорились. Молодцы, ну, ребята, хорошо работают. Спасибо вам большое. Да. Дом, да, хороший, будем стараться, все чтобы хорошо. И по отделке все. Я думаю, мы дальше сделать. И будем с вами общаться, вы будете подсказывать, что, где, что, и будем. Будем дружить. Да, дружить, да, будем. Да. Директора нашего видели в глаза? Нет. Сейчас познакомимся. Мы вообще первый раз же всех, да, вас увидели. А, мы вообще вживую, мы же вообще были. Все. Я коронавирус людей. Же, у нас же все дистанционно. Я в октябре никогда сказали про дом. Что хотят посмотреть, там пойдешь, я поехала с подругой, посмотрели все, пообщались и сразу все сфотографировала, да, и, да, а потом уже... И подруга, она занималась тренингом, она сказала, берите 100% хороший застройщик, материал качественный,
мы говорим, и что ждать? Потому что цена растет. Я говорю, уже ваш дом вырос, да. Видите, насколько. Да, тогда я говорю, все берем, потому что... Так что не жалеем, что дистанционно. Ну вот да. Видите, друзья, дистанционно даже, не глядя, можно сказать, взяли, приехали и просто реально рады. А мне так всегда, ну, я сам не знаю, вот дистанционно, да, представляете, еще ладно там какую-то вещь купить, ну, от дома. Это же не платье страха, покупаешь, а дом. Осознанных, неосознанных, обоснованных нет. А тут взяли, как бы, и мы реально даже, ну, постарались. Мы его быстрее даже уже, ну, сделали даже, чем, да. Ну, сроки, то есть все опережали. Тогда мы звонили, скорее приезжайте, чтобы отделку делать. Отделку, а здесь, да. Так получилось, что вот мы приехали. В отпуск, да? Да, в отпуск приехали. Ну вы и приехали, сейчас хорошее время. Да. Дорог меньше, людей, ну, да. Меньше, сейчас все в школу разъехались. Поэтому счастливо вам отдохнуть здесь. Если что-то надо, вот вам надо с вашей стороны доверенность сделать к нотариусу, я вам адрес сказал. Мы все это начинаем оформлять. Вот, и все будет хорошо. Да, поэтому еще. Подписывайтесь на наш канал. Привет вот всем вам с Камчатки. Камчатки всем. Если будет интересно вам, мы можем даже номер, если вы не против, ваш в ролике опубликовать, что люди хоть спросят, сколько мы вам заплатили за отзыв, скажут. Нас на Камчатке много знают. Да, пускай зададите, то есть все честно, все реально. И самое главное, что дистанционно, вот Константин сказал, пришлите какую-то сумму, мы отослали 70 тысяч. В принципе, да, без обмана, все без честно, всего, честно, все честно, чеки, да. Все, дом строился, нам не звонили, давайте деньги. Мы сказали, да, вот как, мы 1 сентября прилетаем, конечно, и сразу рассчитываемся. Все так и случилось. Александр сегодня за нами приехал, мы привезли всю сумму. Да, посмотрели дом, познакомились с домиком. Чеки, все как положено. Все как положено. Или просто сказали спасибо. Нет, все как положено. Да, полная папка документов. Не как кубануевский подход. Да, удивите. Все как по-человечески. Мы стараемся, мы же сибиряки. Здесь 80% сибиряки работают. Поэтому мы как бы стараемся, чтобы и сервис был, и отзывы, и рекомендации. Вот даже я знаю, по вашей рекомендации вы дистанционно взяли, вы еще одних клиентов, да, там отдали. Да, да. Это, да, так приятно, мы уже не столько денег много в рекламу отдаем, да. А как приходят отзывы, рекомендации. Вот, Ложкин Евгений спросил, я сказал, я там строю дом. Вот сейчас новый у вас жемчужина заказывает. Да, он там взял. Да, он там, да. Правда, еще там поле. Еще, да. Но, ну, там старт продаж, ну, да, и то мы уже 35 фундаментов залили. Ну, это же время, сейчас через полгода там будет поселок уже. 100%. Да. В ноябре первый дом уже сдаем. Ну, вот видите, как быстро. Да, нам только Константин присылал, то фундамент только залили, то разровняли, то фундамент потом залили, сразу, потом, да, сразу дом, и потом сразу видео вышло. И шок у нас. Поселок, можно уже сразу. За месяц дом поставить, все, блин. Все видеосопровождение на этапе, на каждом этапе когда строительства. Когда вот мы вовремя, например, получили разрешение, у нас от А до Я, то есть дом под ключ, за полгода. Ну, без зимних месяцев, потому что, ну, там маленько паузу берем. Вот так берем с запасом, если на зиму, 8 месяцев. Вот так и строим. И это не просто тяп-ляп. А по всем технологиям есть этапы строительства, чтобы фундамент постоял, там кладка, когда делается, все как положено. Да, все качественно. Мы сегодня дом обошли 100 раз. А штукатурили все ровненько. Ровненько. Претензий никаких нет. Все понравилось. Все, вот на этом мы закончим. Ну, смотрите нас, рекомендуйте, обращайтесь. Если вам интересен коттеджный поселок Звездный, звоните, Жемчужный, Морской, точечная застройка в Гастогаевской. Мы вам вышлем типовые договора, прочитайте, там независимые юристы пусть смотрят, мы это уже прошли, ничего не боимся. Вот. Со своей стороны говорю, что мы следим за качеством, у нас есть специальный человек, который 25 лет в стройке отработал, он ходит, контролирует еще до вас. Как фундамент, без него не можем мы фундамент залить, как арматура все это делается, опалубка, потом как кладка идет под его роспись, все. Ну там такой как бы держит вот так вот все здесь. Хорошо. Плюс директор, лично обход у него раз в неделю на все объекты. И перед тем, как вы будете принимать дом, начальник АТК, прораб, директор, то есть все, ну, не будет никаких проблем, 100%. Поэтому обращайтесь в нашу компанию, не пожалеете. А вам желаю удачи. Всем пока.